Остановил только сугроб. Днем в Ярославле произошла серьезная авария. На улице Полушкина роща столкнулись две машины. По предварительной версии, шофер иномарки протаранил новую «Ладу». Водитель X-Ray совершила неосторожное перестроение из левого ряда. В этот момент тут ехала темная «Тойота». Удара избежать не получилось. Иномарка повредила бок новенькой «Ладе» и ушла в сугроб. Люди не пострадали. Детали происшествия уточняют автоинспекторы. И стояли машины на поворот налево, а мне нужно было их объехать. Я посмотрела, что никого не было с правой полосы. Ехала только фура очень далеко. Я стала поворачивать, и резко в меня удар в правый бок. Я двигался в крайней правой полосе, а полоса была свободна. Где-то метров через 20 передо мной выскочила девушка на «Ладе X-Ray». Я не успел даже ничего сделать, и произошел удар.